Всем привет, это канал Бородач ТВ. Сегодня мы находимся в ресторане «Талисман» и по счастливой случайности, просто не знаю, как так получилось, нас пригласили, точнее, нас пригласили, не сами зашли. Нас обычно не приглашают, но как тут оказалось, уже идет Позвали пожарить шашлыки. У нас сегодня будет нам помогать, как тебя зовут? Александр. Она будет помогать и рассказывать некоторые секреты. А мы будем помогать есть. Да? Всегда, да? У нас есть группа поддержки. Помашите, пожалуйста. Мы ждем, похлопаем. Вы, пожалуйста, а что вот здесь такое на подносе? У нас это же не все шашлык, правильно? Да, шашлык из телятины. Так. Из молочных кебаб. Это кебаб из баранины. Из баранины. Гуля кебаб и три порции шашлыка из телятины. Молочная. А есть какая разница? Вот смотри, молочная телятина или не молочная? Это молочная телятина. Нет, ну серьезно. Нет, серьезно. А, просто она моложе, что ли, она или да, 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 она моложе была. Скакала еще недавно, там стакуласа. А это вообще думали, это надо ставить, пробовать, правильно? Да, да. Знаменательный момент. Сразу надо ставить, да? Нет, надо подождать на самом деле. Надо, как сказать, тряхнуть стариной. Когда-то в свое время, когда только-только открыли футбольный бастион, в какой-то определенный момент мне пришлось жарить, просто надо было наработать все, понять, как это все дело происходит, сколько стоит, какие идут расходы, шашлычные, да. Пришлось мне как-то в свое время жарить по 19 килограмм за день. Кто кого еще научили. Но знаю, уже давно это было. На самом деле, самый главный Михаил и рецепт, жарки – это шашлыки с вафлей, обычные. Обычные вафли. Для этого надо сетку такую, знаете, как это? Михалыч может пожарить шашлык из чего угодно. Скажи, пожалуйста, у вас еще какие виды мяса есть в ресторане? У нас 8 видов. 8 видов мяса. Это было дерево, из баранины. Помнишь, что какое-то дерево когда-то упало, и свиная шея, баранина, курица, да, индейка есть? Да. Нет, да? Слушай, ты знаешь, так перечитал? Там надо такие деревья. У меня аж слюна потекла, слушай. Курица, баранина, телятина, баранина, курица. Там просто есть как бы люля кебаб и есть шашлык. Знаешь, у меня такое ощущение сразу, ты живешь, а просто когда, знаешь, ходишь на сайт, театр современник, там бывает, знаешь, Стражи Галактики, потом этот, Король Артур. Стражи Галактики, Король Артур. Главное не перепутать. Знаешь, что зачем идет? Слышишь, что у тебя телефон, что ли? Не-не, нормально, все, здесь очень все качественно, все хорошо. Ты какая-нибудь удаленка? Нет, просто хорошо. Скажи, пожалуйста, как вот вы готовите мясо вообще? Мясо надо. Из холодильника 5 минут ты достал, или действительно у вас какой-то свой рецепт есть? Мясо мариновалось. Сутки, да, вот это мясо сейчас сутки она мариновалась, да. То есть, по поводу маринада, я скажу так, знаешь, что есть такая температура, да, то есть, которая высасывает, то есть, делает как бы опасно, да, и тебя быстрее проникает, и ласты как бы такого не помнит, да, она тоже есть, да, она такая ускоренная. У вас же еще есть этот, еще шашлыки бутыли, да, жарить? Да, еще внутри, да. Это все мне прямо в зале, да? Прямо в ресторане. Да. Это же мы сейчас шли. Бутыли, да? Хочу говорить, и пока мы шли где-то от остановки Миртехники, да? От природы, да? Ну, природа, от природы, да? Природа. Пахнет на там пахнет. Да. Хотя к тому, что надо почаще. Вот, за тем самым названием случайных готов. Давай, там тебя залить. Слушай, как это как-то. Да, есть, еще не заметил. У вас сейчас сезон, да, начался? Да,
Скажи, пожалуйста, сколько у вас порция шашлыка стоит? Порция шашлыка? Да. 450 рублей. 450 рублей есть. Вот стройка, да? Вот у меня, да? И вот это лапик без страха. Ладно, так вышло. Я думаю, девчонки, скоро. У нас... Сейчас лапки тему спрашивают. Только со мной. Ну, видно, что пока еще, да? Очень тяжело жарить, да, я вот на самом деле это кидал. Обычно же его все туда кидают. Ну, то есть получается так, что смотри, Михаил немножко решил похвастаться своими навыками переворачивать шашлыки. И сразу мы увидели, что кебаб он жарить не умеет. Нужен супер специалист. Расскажи, пожалуйста, в двух словах, только погромче. А как жарить правильно люля кебаб, чтобы он не свалился? Каждые 30 секунд надо переворачивать. Каждые 30 секунд, да. Сейчас они люля кебаб. А обычное мясо нет. Хотя смысл сказать, что это же так Зашел. То есть ты не хочешь это подработать? На летний период. Ну, вообще, да, как у нас каждый день больше штук. Конечно. Осталось только Димку пристроить. Он может посуду дать. Надо как бы. Началось. Я тут Михаила проталкиваю на самую вип-должность, понимаешь, шашлыки жарят. Он меня посуду моет. Одна вип-должность осталась, да, тоже иметь. Ну, пахнет шашлыками, девчонки. Да. Как уже подует. Ждем, ждем. Чувствуется, да, уже? Шашлычный дух. Слюнки уже Ну вот, Михалыч, вот мы и одни с тобой. Ну что, да, погнали? Что? Давай сейчас откусим. Девчонка скажет, что не получилось, как бы. А я вот заранее. Видишь же фейс. Уже немножко поплюх. Там стоял. Шинфорка аккуратненько, да, все сделано? Я даже мечтаю. Что мы сейчас на самом деле пришли чуть-чуть раньше, чем трава, скажем. Да, здесь на газон. Когда, мне кажется, здесь вот дерево сейчас вот листва расцветет, все будет вообще классно. Тот, кто не знает сейчас, у нас что, 19 мая сегодня? 19 мая. День рождения у моей мамы. Сегодня день пионера. Пионер. Слушай, ты был вообще пионером? Я? Нет. Меня из октября открылись сегодня. То есть ты не дотянул до пионера? Не дотянул, я слушай, я долго. Ничего не варю, что ты даже. Я регулярно, когда хожу на дискотеку, у меня достаток, галстук, знаешь, дискотека, значок. Да. Крошка моя, тебе спу. Все говорят, что там очень. Петь я не буду, а то могут проехать со скорой помощи. Хотели не будет. Скажи, как хорошо проехать? Когда ты там? Не горячо здесь? Я слышал, что надо эти шашлыки чем-то поливать во время, нет? Нет. Не надо? Если есть вариант, то есть вот по поводу маринада. Что я могу сказать? Вот если замочить любое мясо, да, то, конечно, придется обращать. Все-таки набирает сок и просто обращает пищу. А если же ты берешь мясо, вот просто взял, потер, ну, специи, да, оставил там 20-30 минут, вполне достаточно, на самом деле. И вот здесь, в таком вот случае мясо, наоборот, как бы продерживаешь, как можно первую сторону, а вот такую шлифона, можно больше, скажем так, прожариться. Ну, либо туда, либо в трусе, да, ходили? То есть, опять же, надо с огнем. Вообще, на конец раз смотреть, хорошо. Опять же, вижу по углям, видно. Здесь обычно немножко пожарить мясо. Если же, скажем так, жирное мясо, это очень много жира, то, как правило, знаешь, что когда капает жир, сразу выбирается пламя, да? Для того, чтобы, скажем так, не забирался жир, высыпает соль. Немного маленькая тревога, да, то есть соль впитывает жир, там какие-то происходят реакции, хорошо не очень знают. Ну, то, что знаешь, что это сработает. Да? Посыпали солью, убили. Есть еще тоже маленький секрет. Можно, если, знаешь, что придать золотистую корочку, мясо, да, можно мясо чуть-чуть сахар. Вообще, как бы, детская питательница.
А помните, что кушали мясо в китайском ресторане? Тоже сахарные глазури, да, вроде бы кажется, что совместимый продукт, да, вот сахар и мясо. Вообще даже ничего, да, вот свинину вот рисовой. Что, уже пожарили? Ну, практически уже пожарили. Или кебаб готов? Практически там приготовился. А сахаром не посыпаете мясо? Тебе посыпали сейчас. Тут как бы, знаешь, думаю, что мы шутим. На самом деле посыпают мясо сахаром. Посыпают мясо для того, чтобы придать такой, знаешь, оборочка такую интересную придает. И вкус тоже меняет мясо. Все не чувствуется сахар, тут надо чуть-чуть. Когда маринуют, сахаром засыпают? Не, мы сейчас вот в нихао кушаем, мясо постоянно берем, оно свинина, и она... Слушай, ну у них китайская кухня. Сладкое. Когда маринуют, добавляют сахар для того, чтобы волокна расщеплялись, чтобы маринад быстрее поступил. Достаточно для маринадки чеснока, просто газированной воды. То есть у нас получается девчонки-то покруче специалисты, чем мы. Ты знаешь, у них очень много теории, когда дело доходит до практики, тут немножко все не так. Да, я вот не понял, какой это. Это чай. Это чай. Это чай, да. Так вы сделали, да, оазис в городе? Знаешь, это сейчас еще май, что будет в июне месяце? Знаешь, что центр города можно пожарить шашлык на улице. Вот вы люля-кебаб идет, но лучше ты его... А ты забыл переворачивать? Все нормально. Да? Надо переворачивать в нем. Так, дубль два попытка. Давай как бы... Давай ты сейчас, да. Но чувствую, как ты со своей стороны жаришь. Ну, как вот ты скажешь вообще, вот, ну, с высоты прожитых лет, да, вот как Михаил, все-таки получается у него жарить, да? Получается, да? Хорошо, спасибо. А ты давно уже работал? Не здесь, а в целом. Когда ты закончил? На мясе? А сам-то откуда? Все привез эти, да, секреты от него. Как называется, это рыба-кебаб, Здесь вообще нету в городе. Вот. То есть здесь какой-то рецепт, другой, да? А в чем там разница? Ну, я не говорю там эти фишки, там просто может быть, ну, немножко. Нет, мне кажется, то, что ты делаешь свой всегда на высоте. Потому что ну, так передается. И порой даже обычный перец и соль. Самый лучший специй. Никогда не прогадаешь. Надо знать просто сколько посыпать и как приготовить. Ты считаешь, что ты болтаешь, стоит. Уже не я считаю. У меня уже начинают слюни течь. Сколько шашлык по времени вообще готовится? А, ну, я в этом году повезло. Именно в мае. Это так? Да, чтобы он был сочный. Мне кажется, все, тихо начинает. А с кровью вот эти шашлыки тоже делаются, да? Или вот шашлыку тоже? Такими шашлыками, как это, это уже тоже день, чтобы репетировать. В июне, в мае. Ты свикнешься там, свикнешься? Конечно, только такая погода. Ты видишь уже? Праздник был уже испорчен, да, рожа? Ну, для кипа. Или что-то такие. Мясо на самом деле не любят, когда... Подожди, как вы, расскажи, как оно для сигнализирует, что ему не надо часто переворачивать. Михаил, хватит, у меня голова кружится. Мясо же такие же продукты. Жар от себя убираю. Ты готовишь, да? То есть надо, чтобы прожарилось. Потом ты когда чувствуешь, что подгорает, ты Как сказать, Вот у нас урок, кофту, наверное, просто вяжется, когда получается. Вот, такой нюанс, с опытом приходит, вот, надо понимать.
радио слушателям, подскажи, сколько у вас за раз мясо килограмм? Мне было 19 килограмм. Я подарила. Ну, я использовал... Давай, я тебе дарю. Барбекюшки, все. Просто, знаешь, так, ты дым куски мяса отображает, здесь на самом деле очень много сразу помещается. И прикольно, если это можно регулировать. Так, что у вас еще есть вот, ну, для барбекю? Какие еще блюда вы делаете? Фарш еще есть. Такой вот, ну, горячий. Такой горячий. Для барбекю еще ничего нет. Тут вот так? Вылезло и тут вот так. Тут вот так. Стейк, да? Да, да, стейк. Мы думаем сейчас. Стейк. На самом деле надо делать риски, потому что есть люди, которые просто сырого, такого мяса, жира, есть люди, Одна тусовка, мне приходилось жарить, я жарить, все еще жирное мясо. Там я немножко раскачался. Я просто жарил мясо. Ни одного дня не можешь верить, что ушло. Это так вообще не страшно. Какие вот... Я походу делала легкий бабс потерял. А их не слышно. Они камеру будут прикинь. Наслышала, да? Я лучше помолчу. Радиослушатели, кстати, можете комментировать как-то, да. И посмотреть. Не переживаем, на что смотрят шашлыки или наши сплетни. А вот кто интереснее? Мне кажется, я на вас тоже поглядываю. Что будем интереснее? Конечно, сплетни. Что там говорили? Мы куда смотрели? С этой камеры, на самом деле, вообще ни один листочек не пропадет. Это объемная съемка. И звук хороший, что такое 360? На самом деле, это объемная съемка. То есть это даже не 3D. Это реально круто. И звук хороший, да? Ну, стараемся. Зараза. Че это? Стараемся непонятно, но что-то стараемся. Наговорила много лишнего. И ну кто смотрел вот у нас этот марафон «Бегущая невеста»? Ведь хорошо же получилось 360. Ты смотрела? Все здорово. Я сначала немножко тормозила, я не на ту кнопку нажала. Еще пишу такая, блин, не показывай. Слушай, а как ты разобрал? Просто когда выгружаешь в контакт видео, да, все проще, то, скажем так, контакт блокирует сам, как сказать, этот ресурс, да, вот YouTube. Блокирует, он просто показывает в обычном, и вы там такие. В обычном режиме, раскрученный лук. Поэтому надо переходить на сам канал YouTube. Да, мне вчера пришлось зарегистрироваться на YouTube. Перейти на YouTube канал. Ты должна подписаться еще. Уже все зарегистрировались уже, Ирина. Да, и тогда что-то. Видишь, как Ирине хочется наши видео смотреть. Она все-таки молодец. Да. А вы еще спрашиваете, кто вас нас вообще, по-моему, все смотрят сейчас. Все вас. Даже вон. Даже когда некогда, и ты работаешь. Вы почувствовали запах шашлыков? Нет еще. Нет еще? А здесь работает? Да, да, работает, да, заходите. Сюда заходите, тут диванчики. Смотрите. Ага, просто вообще. У нас очень хорошо. Очень уютненько. Когда вам запах сильнее раздувается. Миша, давай там. Махай. Все-таки мужики прям почувствуют, мне кажется. Нет, не почувствовали, получается. Ну забывай активнее. Как скажешь? Куда быстрее же жарить, чем вообще. Прям погода. Здесь можно еще, в принципе, один или два улитки. Помимо, кстати, шашлыка там кебаб тоже, но на вот это как бы проще жарить. Сколько со сосисками жарить, просто. Покупал свое время. Такое не можете жарить. Нет. Так. И почему? Там на этой котлет делаешь? Ну, если так сам. Да, это очень жидкий фарш. Просто жидкий, а если сделать густой, то как котлетки, да, то можно будет жарить. Как вот появилось вот это именно вот люля типа вот это? Ну тает, открыться тает, да. Здесь такой город.
те, кто сейчас нас смотрит, они, конечно, повернули бы камеру, открывать шампанское. И обратите внимание, каким образом это все подается. Специальная подставка, которая, наверное, на высоте около метра. Используется альпийский лед. Альпийский лед. И я думаю, там альпийский лед используется. Попадешь к Кристине, нет? А я вот 500 это. Рублей. Мы на всякий случай уже познакомились. Я, в принципе, застрахованный, Михаил, так что можешь в нашу сторону целиться. Что, я так мне подсказываю, что штука готов. Еще, наверное, 2 минуты, да? Да, сейчас это. Вернемся. Да, сейчас, мы вот, сейчас останавливаем запись, а потом переходим уже дальше. Оформим все. Да. Так, я сейчас попытаюсь достать. Тут мы аккуратно, плавно переместились в беседку. Беседка называется правильно? Или лужайка? Это же бесед? Сейчас ее Ирина придумает, подождите. Как правильно это называется? Это пространство. Назови его там лофт там какой-нибудь. Просто мы переехали. Вот, кстати, кто не в курсе, недавно переехали. Вообще сегодня. Вчера 2 дня уже переезжаем, красим. Да, поэтому у нас, кстати, поэтому у нас эфиров-то нету целую неделю. И где вы теперь будете? Мы вернемся, да. А где там? Там вот было, центр, по-моему, был дружба. Гелиус, да. Дружба там что-то такое было. Салон красоты дружба. Нет, там как-то это творческого пространства. Да, да. Это подобие что-то типа тайм-кафе, только там немножко у них другой формат. Плюс это для людей, которые творческие. Ребята. Все уже будет хипы. Да, если кто не знает, все Джобс был никуда. Он, в принципе, до конца такими остался. Он на все презентации свои приходил, он получил джинсы. Ну, то есть могло сложиться так, что он, в принципе, их не менее. Но на самом деле их было много, но он просто взял один с той же маркой, и чтобы не нравится. Так у нас проходит встреча, я думаю, у нас еще спину видит. Я предлагаю. Если что, твою спину видит. Когда ты начал испытывать страх перед камерой? В каком возрасте? Скажи, сейчас хочешь поговорить об этом. То есть ты как бы до этого участвовал в проекте Дом 2? Да, да. Вот. Чувствуется, что как бы, знаешь, вот такое напряжение. Там, ну, 24 часа в сутки, камера, все понятно, конечно. Паш, ты бы сейчас, если бы мы уже тебе предложили, то я бы поехал. Ты такой спрашиваешь, зачем ты спрашиваешь? Сразу поехал. Я бы сейчас поехал, но я уже не могу. Там уже все. Но дело не в возрасте. Нет, там кто любовь не нашел, туда. А когда любовь нашел, он так ты сейчас не старый, он сейчас может поехать. Нет, я к тому, что там для тех, кто... Может, там за любовью едут? Там едут за любовью, да. Я верю в это. Серьезно. Тебе надо любовь. Все вперед. Нет, ну слушай, мы можем поехать с Леной, в плане того, чтобы там построить дом, наконец-то взять и достроить дом. Вы что, шашлык-то пожарить? Ты зачем туда поедешь? Ты камеру отправил. Нет, достроить дом. Кому-то. Дом достроить не могут. Да, да, и детям тоже надо. Построить дом. Построить дом. Надо, вы приезжаете. Дети приезжают, мне все готово. Нет, вы приезжаете. Мы такие-то, вы приехали дом достроить. У нас вот там еще 2 тела подрастают. Так что вы как-то давайте быстрее собирайтесь. А мне того чего. И все настроят. Николаевич, фантазер. Я представляю тебя с бревном, как Ленин, знаешь. Субботник. А что не представить? Нормально. Там, ну, все бревна не бегают, но не он. Но не он, да. Он будет лежать вот так, ты плачешь. И что-то плохо бревно положил. Это неправильно. Дорогие радиослушатели, это все. Бревно на голове утонченнее. Вот это Мишина любимая фраза. Давай. Что ты не утонченный фраза? Бревно, так мне ты сразу сказал. Что быть? Какая-то эстетика. Я просто вот, ну, Михалыч, нет, там немножечко не включает это вот так вот на плетку. Профессионал. Да, профессионал. Приходится немножко это расшифровать.
Кристина сейчас, в принципе, у нас свободная, да, девушка? Вот кого она там была, да? Да, я хочу А я уже сам там узнала. Это же Нет, молодой человек сейчас был. Слушай, да ты туда, наверное, не с пустыми руками приедешь, а как думаешь, что там строишь павильон? Там просто у них частенько, знаешь, вот этот конфетно-букетный период же, а ты как ты там вообще вместо мужчины со своим самоваром едут, да, а ты раз такая павильон поставила, вам какой? Этот или тот? Сейчас мы организуем, сейчас ты поправишь. Нет, мы решили с Димой 101 розу продавать. Кристина, вот я тебе хочу сейчас вот просто поблагодарить, наверное, от лица всех. Да? Ты такой праздник устроил, Павел Цветов, молодец. Знаешь, ты, тебе там особо так не видно было, да? Вот сюда на сцену не выходило, да, но ты молодец. Девчонки все были счастливы вообще. Просто. И Катя говорит, у меня вручала цветы, девчонка, да, помогала тебе. Она говорит, ты видел лица девушек, они были реально счастливые просто вот туда. Ну, неожиданно. Да. Значит, мужики не дарят? На самом деле, это значит, не дарят. Не дарят? Подарили мужики. Котиков тебе залезли. Да, представляешь, да, действительно, вот если не Кристина, вот на жопу с буфетом. Тебе надо действительно, да? Да, да. Уже думали, уже даже обсуждали всем. Очень важно. По поводу ведерка чего? Ну, куда-то вот, в ресторан, в кафе. А мы думали, мы уже делали. Ждем обратную связь. Ждем обратную связь. Опаньки, опаньки. Ты посмотри, что творится. Это из чего? Кто свинину заказывает? Да все из телятины, на самом деле. Давайте так, Михалычу лука побольше. А, не надо. Я огурцу. А, я самый счастливый. Ирина, расскажи, пожалуйста, как вот есть это вот? Такой запах. Это надо отдельную тарелку или? Смотри, какой здесь запах. Бери шампур. Шампуром. Слушай, еще такой сразу вопрос. Если у тебя разбивают посуду, да, то надо как бы компенсировать стоимость посуды. Посуду разбивают? Да, ну ты разбиваешь тарелку. Да, хорошо. Где там? А это мне не любят кебаб. Теперь мне больше не стало. Я не люблю кебаб. Я просто потому что, понимаешь, если человек продумал, то можно сколько забрать. Что я с тобой разбил-то? Дайте поесть. Не хочешь, давайте за наше мероприятие. Давайте, купите, мы счастливы. Ура! Мы счастливы. Я же пошутил, что ли. Я хочу булочку сильную. Ежик не дает покоя. У меня такие глазки. Вот. При изготовлении вот этого блюда, на самом деле, не такие. Ни один ежик не пострадал. Как тут есть? Вот надо руками есть или вот как? Ну что, шашлыки не ем. Я прям спал. Они всегда вот приносят на пластиковой тарелке по три штучки уже с шампуром. Где ты ешь? Где? Шашлык какой-то. Шашлычный? Да. Ну, конечно, заедем еще к Санычу. Дима, мы тебе видео присылали, куда? А, заедем к Санычу. Давай. Слушай, я хотел спросить, тебе, может быть, остырем к тебе, чтобы так, случайно? Павлович, у тебя очень хорошо шашлыки получаются. Достаточно. Вкусно. И мазы достаточно. Тяжело славить. Да. У Саныч, это кафе в Беларуси, под Минском.